Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба Проект». Сегодня мы будем монтировать теплицу усадьба Люкс 3х6 шагом 0,6 метра. Пока что разгрузились, начали монтировать. Собрали, сейчас будем его крепить, устанавливать уголки, отливы, стеновые, коньковые. Все коньки, отливы, переливы установлены. Сейчас начнем крыть. Теплица у нас покрыта, осталось зафиксировать окончательно, поставить термошайбы, закрыть двери, установить форточные блоки. Сейчас этим и займемся. Ну, все, мы закончили, пойдем смотреть. Еще раз, теплица усадьба Люкс. По торцам разрезные двери, форточки, также декоративный облицовочный уголок с торцов, отлив, чтобы все было красиво. Арки выполнены в виде ферм. Основная арка из трубы 20х40, подпирающая 20х20. Все покрашено полимерно порошковым способом. Закреплено на бетонном основании. Также у нас установлены две стеновые форточки с ручным управлением. Открытое положение, все для качественного проветривания. И имеются два форточных блока, они оснащены уже системой термоприводов. Раз, два. Поликарбонат у нас 0,7 плотность, 4 мм толщиной. Все торцы защищены торцевым профилем, сверху, снизу, везде. Теплица имеет высоту в коньке около 2,5 метров, если не ошибаюсь, 2,35 должна быть. Высота стен 1,80 м. Хорошая, большая, просторная теплица. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!